Здравствуйте! Сегодня мы находимся на концерте у одной из самых талантливых и набирающих обороты групп нашей современности. Это группа «Пицца». И я разговариваю с ее солистом Сергеем. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы вас поздравить с тем, что вы стали номинантом на лучшую песню в премии Music Box. Вообще, как вы оцениваете свои шансы и насколько вы верите в честность таких премий? Ну, хочется верить. Я не уверен в этом, но хочется верить. На самом деле я не слежу даже за этим, как бы. Кто-то на что-то номинирует меня, кто-то на что-то не номинирует. Как бы к творчеству это не относится, поэтому если выиграем, хорошо, будем рады. У вас очень такое интересное направление в музыке Urban Soul, где душевной должна быть не только музыка, но и тексты. А что зарождается у вас сначала, музыка или тексты? Иногда так. По-разному абсолютно. Тексты возникают где угодно, в самолете, в метро, на улице, там, ну где угодно. Музыка возникает в процессе как бы аранжировки. Изначально я делаю аранжировку, какую-нибудь просто на несуществующую еще композицию. Получается потом, что вот. У вас есть какая-то своя любимая песня из вашего репертуара? Есть. Не секрет, нет? Лопата Баду. Она называется на альбоме Лопата Баду. Я ее очень люблю. Вот сейчас очень важна обратная связь с фанатами. Да. Вот как это происходит у вас? ВКонтакте очень много сообщений, в Твиттере, в Инстаграме. Всем отвечаю хотя бы улыбками. Никто не остается без внимания. Никто не остается. Если бы не пятница, если бы не пятница, вечер. Часто безобразных страсть, страсти. Меня и нас в счастье раз в день. С тобой попасть без тебя в день. От этой красной песни место здесь. Между моим и твоим сердцем. А случались ли у вас какие-нибудь казусы на концертах интересные, о которых вот вы вспоминаете с улыбкой? В плане организации или что-нибудь такое веселое, тоже с фанатами связанное? Да нет, у нас все проходит обычно так. Гладко? Да, очень хорошо и ровно. Твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Так безотказных страсти, прости. Холодный дождь откуда-то возник. Иди под зонт и руку возьми. Давай вернемся хотя бы до восьми. Что касается каких-нибудь мифов, которые о вас придумывали СМИ, было ли уже такое? Какая-нибудь смешная неправда? Смешная неправда, когда-то на интервью меня спросили: ты, наверное, устаешь там очень сильно. Я говорю, ну, конечно, 15 концертов месяц, да, и потом я смотрю, они смонтировали. Группа «Пицца» хвастается большими гонорарами, у них взлетели гонорары, и меня такие, ну конечно, 15 концертов в месяц. Такое бывает.
Вы как, кстати, к этому с улыбкой просто относитесь? Ну, суп а что я? Подавать не собираетесь? Да нет, конечно, чем-то. Пусть хотят. Такое чувство, будто один. Мы незаметно оба грусти. Это твой жанр, это твой стиль. Твое оружие против моих сил. У вас скоро выходит новый клип. Новый клип, да. Вы можете раскрыть какие-то интересные секреты? Секреты? Он был снят в Параге. Он немножко сказочно фантастический такой. И он... И все, больше ничего не скажу, потому что это секрет. А все остальное секрет, вы да, увидите через... Потому что там очень-очень интересно. Несколько дней, да? Ну, не несколько дней, наверное, в октябре. Твоё смертельным оружием, видимо, сам я себя убил. Вы надумываете записать с кем-нибудь совместный трек с какими-нибудь артистами? Уже записал. Уже? Да, и вы их сегодня увидите. Спасибо вам огромное за разговор. Мы желаем вам удачно провести концерт и вообще все свои гастроли. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Оружием, видимо, сам я себя убил.